Для того, чтобы жилой дом, земельный участок, объект незавершенного строительства и прочие сооружения получили свой адрес и были внесены в адресный реестр, нужно обратиться в многофункциональный центр своего района. Для того, чтобы получить, необходим исчерпывающий перечень документов. Это заявление, паспорт и правоудостоверяющие документы на объект недвижимости. Данная справка выдается абсолютно бесплатно, то есть никаких госпошлин, ни других оплат производить не нужно. Если все документы оформлены правильно, предполагаемый объект недвижимости не нарушает границы и они правильно отображены в Росреестре, то адресную справку можно получить в течение 18 дней. При соблюдении всех правил подачи документов причин для отказа не будет. Новые поправки коснутся и управляющих компаний. Теперь они должны быть зарегистрированы на портале ГИС ЖКХ. Регистрация на данном портале без адреса на объект недвижимости, на многоквартирный дом, который обслуживает данная компания, зарегистрироваться также невозможно, ввиду отсутствия у него адреса. В связи с этим также управляющие компании и гражданам, проживающим в этом доме, мы настоятельно также рекомендуем, чтобы не возникало никаких проблем, связанных с капитальным ремонтом и с остальными необходимыми процессами, которые происходят на данном многоквартирном доме, обратиться также в департамент архитектуры. По любым вопросам можно обращаться в администрацию города. Что касается собственников недвижимости, после подачи документов объекту будет присвоен адрес, и уже после этого он будет официально внесен в федеральную информационную адресную систему.